Здравствуйте, наши зрители! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас пришла посылка, и я хочу снять на нее небольшой обзор, поделиться с вами, вот, да, своими маленькими радостями. Поехали! Сегодня нам пришла посылочка, связанная с рыбалкой. Это вещь, которая называется Лип грип. Вот. Эту штуку положил продавец. Как бы стикер, который нам напоминает, чтобы мы не забывали ему ставить отзывы там, и так далее, звездочки и прочее, прочее. Ну, это для продавцов действительно важная вещь. Вот, да. Ну и как бы как покупатель скажу, никогда не жалко продавцу поставить там звездочки за доставку, за общение, да, за, значит, хорошее описание. Почему нет? Вот так работать надо, это правильно. Идем, переходим к самой нашей посылке. А вот, значит, сам лип-грип. Вот так вот он упакован. Да, давайте его откроем. Вот такая вещь, да, хороший качественный пластмасс. Где я его увидел? Я его нашел вот в обзоре одного блогера, рыбака, спиннингиста. Ссылочку оставлю в описании. Он рассматривает там много разных лип-грипов. Ну, вот это вот нечто я такое среднее для себя выбрал. Он мне понравился. Он для крупной, для средней щуки, ну, для мелкой, естественно, вот такой. Можно использовать как зимой, так и летом. Вещь, которую хорошо видно, которая не тонет, если вдруг попадет в воду. Да, вот так вот закрепляется тут на руке. Вот. Как она работает? Вот так она в открытом состоянии. То есть она у вас где-нибудь висит, так вот, да, там, буквально движениями. Вот, рыбу вы вытащили, значит, да, допустим, щуку. И за нижнюю челюсть ее раз. Хоп, все, он зафиксировался, поднимаете спокойненько там или держите ее зафиксированную, да, и достаете крючок. Вещь действительно хорошая, потому что не приходится рыбу трогать руками. И это есть хорошо по одной причине, что вам крючок от вашего, значит, да, там, либо спиннинга, либо жерлица не вопьется вам в палец, когда она начнет там слишком сильно дергаться. Так вот. Вот. А это важно, потому что вот у меня есть знакомый хирург, который говорит, что за сезон, ну, где-то летом, там даже не за сезон, а летом, они порядка 20 или более раз встречаются с этим случаем, да, когда рыбаки засаживают себе, значит, крючок в палец. Эта вещь поможет нам как раз этого избежать. Вот. Рекомендую ее, друзья. Рекомендую. Вот ссылочку на продавца я вам оставлю, можете посмотреть. Вещь стоит недорого, рублей 250, вот что-то в этом роде. А вот. У меня все, спасибо вам за просмотр, будьте здоровы, всего доброго, до свидания.